И на кесах, словно печать из бедра, садишь на багаз. Кричат и шатла, и рикаты узумы. Аминя лава, аминя шата, аминя танны. Оба кесета, са оба кес бедра. Побума умишь, устанума, и набили лава, амили шата. Черт! О, а я смотрю, вы уже кого-то поймали. Похвально, похвально. Постой-ка, а твоя мордаха мне кажется знакомой. Уж не ты ли тот самый инцитат, который еще в раннем возрасте сменил своего отца и завладел мечом, в котором якобы заключена большая сила? То ли Геркулес молодец, то ли ты такой слабак и придурок, что приперся сюда? Что ты вообще делаешь в моих землях? Это не твои земли, это земли четвертого табуна! А кто тебе давал право говорить? Убери от меня свои грязные капусты! Ну же, Виола, не надо. Я пока не намерен этих убивать. Кобылка, послушай, эти земли ранее принадлежали пятому табуну, а после их отвоевал не четвертый, а мы. Именно наша компания, именно наш отряд! Но в итоге мы не получили ничего за свои заслуги. Нас подвергли смертельной опасности, бросили на произвол судьбы! Но мы выжили и теперь забрали то, что по праву принадлежит нам! Вон они, на холме. Похоже, преимущество явно не у них. Так-так-так, без паники, что мы видим еще? У них отобрали мечи. Стоп, подожди. Я что-то чувствую. Энергия света. Да, энергия света. Что, прости? Да ты же ведьма, неужели ты не чувствуешь? Юки, договорю же. Не знаю я ничего о ведьмах и о магии. А? Стой, посмотри туда. Там что, меч света? Да, он у инцитата, это его меч. Он ему достался от отца. Так это в корне меняет дело. Подожди секундочку. Ого, ты можешь телепортировать предметы? Да, жаль только, что на это лимит есть. Но зачем он нам? Зачем? Давай, выпускай силу, не тупи. Подожди, во-первых, это меч света, а ведьмы относятся к темным существам. Этот меч может меня ранить сильно, даже убить. Только в том случае, если этого захочет хозяин меча. А так, ты можешь с ним объединиться. Мне так стыдно, но я ничего из этого не умею. Я не знаю, как выпускать силу. Постой. Ты говорила, что к тебе приходил демон, верно? Ну так, он же наверняка тебя заставлял это сделать. Да, заставлял, но я не хочу поддаваться его эмоциям вновь. Да тебе не нужен этот демон. Попытайся просто испытать примерно те же самые ощущения, что были тогда. Представь, что этот меч твой. Представь, что он сейчас делает. Захоти этого. Ты ведь хочешь помочь инцитату и своей команде? Да, хорошо, сейчас. Эй, Венеция, яви себя папочке. Ты не мой отец, ты мой создатель. Я смотрю, ты ничуть не изменилась. Все такая же обиженная, заточенная в это озеро кобыла. Если ты не заметил, то после закрытия излюбленных тобою проклятых земель, это более не озеро, это море. Суть от этого не меняется. Ну ничего. Команда из шести не даст тебе поработить этот мир. Обсидиан. Дорогая Венеция, ты же знаешь, если бы я хотел поработить этот мир, я бы это уже давным-давно сделал. Да и что такому могущественному демону, как я, может противопоставить какая-то группка лошадок? Помнится меч ведьмы, который тебе столь нужен, остался в проклятых землях. Что ж, боюсь, что ты проиграешь в этой битве. То есть ты тоже слышала о том, что спустя многие-многие века на этот свет появилась ведьма? Да, я слышала. И я заставлю ее работать на себя.
Да-да, разумеется. Ты ведь уже бесспорно знаешь, кто она. Хочу напомнить, что ведьмы попадают под влияние демонов. Так что, моя дорогая, я отущу эту кобылицу и заполучу власть над ней. А ты можешь оставаться гнить в своем болоте. Еще посмотрим, Обсидиан. Посмотрим. Этот глупец, как и те шестеро, даже не догадываются о моих великих планах. А, нет, Юки, ничего не вышло. Вовсе нет, все получилось. Я чувствую выброс энергии. А где? В смысле где? Энергию и магию невозможно увидеть. Нет, Юки, я имею в виду, а что вообще должно было произойти? Что должен был сделать меч? В смысле? Ты не дала ему никакой команды? Поздравляю, ты выпустил энергию меча в никуда, и теперь произойдет непонятно что. Остается надеяться, что ты никого не убьешь. Нет, нет, я не хочу никого убивать! Ненавижу свои силы, нет! Неужели я опять все испортила? Рабов у нас уже предостаточно. А вот какой-нибудь выкуп было бы неплохо потрясти с ваших табунов. А? Что там творится? Нет, ну в целом мне на них как бы плевать. Но я не могу позволить Обсидиану заполучить меч ведьмы. Придется помочь этим. А! Что? Откуда здесь дракон? Сваливаем! Ты использовала мой меч, чтобы всех нас спасти? Но как он вообще тебе подчинился? Ну, это не она сделала, это я. А ты кто еще? Я Юки, магическое существо. Вы же не против, если Юки продолжит путь с нами? И если бы не она, то неизвестно, что бы с нами всеми было. Я думаю, что мы просто обязаны взять ее в нашу команду. Поддерживаю. А на ее мнение всем все равно, знаю. Ладно, Юки с нами. Но учти, малявка, ты мне не нравишься. Ха, да ты мне как-то тоже не особо симпатизируешь. Энигма, а можно тебе на пару слов? Да, конечно, сейчас. Юки. Ха? Спасибо, что помогла, не выдала мой секретик. Ну я же обещала помогать тебе с магией. Ну вот. Ты хотел поговорить со мной? Я хотел извиниться за то, что тогда накричал на тебя. Просто я так переживал за тебя, да и за всю команду. Нет, Инцитат, не стоит. Ты сделал все правильно. Это мне стыдно. Прости меня за то, что я не смогла вам помочь. Но если бы не эта ситуация, ты бы не нашла Юки, которая нас всех спасла. Ну, как говорится, что не делается, то к лучшему. Да, это точно. Который раз в этом убеждаюсь. Ой, что-то мне не нравятся их взаимоотношения. Очень не нравятся. Ты нас ждала. Вот и готова вас принять. Пройдите ко мне. А ты, Инцитат, активируй меч. Меч света, открой нам путь в забытое. Amena, 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 tank, amena, amena.